В эти минуты в центре Черкас спецназ штурмует офис одной из политических партий. Около 7 часов вечера в помещение ворвались неизвестные. Они угрожали взорвать две ручные гранаты, выдернув при этом чеку прямо на глазах у сотрудников офиса. По словам свидетелей, мужчины также были вооружены пистолетом. Несколько человек успели выбежать из здания, остались внутри заложники или нет, пока не ясно. Полиция более часа вела переговоры со злоумышленниками, и буквально 20 минут назад им удалось зайти в холл. По предварительной информации, одного мужчину с огнестрельным ранением головы забрала скорая, и еще один человек погиб.